Сегодня в Министерстве строительства прошла горячая линия по вопросам оплаты жилищно-коммунальных услуг. Напомним, что с 1 июля изменились тарифы. Для каждой семьи плата варьировалась в зависимости от поставщиков коммунальных услуг и объема потребления. По этому поводу у жителей республики возникло немало вопросов. Добрый день, горячая линия, слушаем вас. За 2 часа работы горячей линии по вопросам оплаты жилищно-коммунальных услуг специалисты Министерства строительства, госжилинспекции и службы по тарифам приняли 11 звонков. В первую очередь звонившиеся интересовались повышением цен за горячую и холодную воду, а также взносами на капремонт. Представители всех ведомств, занимающихся коммунальными услугами, максимально открыто отвечали на поступавшие вопросы. Те, кто не смог обратиться сегодня в горячую линию, могут обратиться в горячую линию ведомств Чувашской Республики. Контактные сведения вы можете найти на официальных сайтах. Обращались такие категории граждан, как ветераны труда Чувашской Республики, пенсионеры и представители многодетных семей.